Свой профессиональный праздник отметили следователи Министерства внутренних дел России. Управление МВД России по Приморскому краю вот уже 58 лет свои обязанности выполняет отлично. От следственной работы зависит очень многое, и к ее эффективности, качеству предъявляются самые высокие требования. Наши сотрудники решают важнейшие задачи по защите интересов государства и обеспечению безопасности граждан. Следователи краевых подразделений органов внутренних дел с начала года расследовали около 5000 уголовных дел. В результате более 1000 граждан, причастных к совершению преступлений, предстали перед судом. Выбор профессии следователь характеризует нас как сильных, целеустремленных людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, жизнелюбия, успехов во всех начинаниях, поддержки близких и всего самого доброго. С праздником вас! В таком нелегком деле, как раскрытие преступлений, важна любая помощь. Хорошо, когда эта помощь и лапу в трудную минуту подаст, и преступление раскроет. Накануне в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о краже имущества. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции вместе со служебно-розыскной собакой по кличке Рик. Установлено, что пока владелец дома отсутствовал, злоумышленник отжал пластиковое окно, проник в дом и обнаружил в прихожей электроинструменты – дрель, циркулярную пилу, бензопилу и углошлифовальную машинку, после чего похитил их. Собака уверенно взяла след и привела сотрудников полиции к дому подозреваемого. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний сосед заявителя. В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что подросток состоит на учете в полиции. Его родители неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Несовершеннолетний правонарушитель признался в совершении преступления, а также рассказал, что похищенное имущество продал, а вырученными денежными средствами воспользовался по своему усмотрению. Вот так пес помог служебным органам раскрыть преступление. Рик за отлично выполненную работу получил похвалу. Юлия Рогоцкая, Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.